зелья готовы. Инструменты тоже. Хорошо. Весемир. Вытяжка чертова корня, чтобы приглушить боль. Я знаю. Я это уже делал. Эскель, надсеки ему вены и вставь трубки. Геральт, расставь эликсиры по подставкам. Готово. Тогда открывай клапаны. В любом порядке. Чертов корень подействовал? Если бы он не подействовал, Ума уже впал бы в болевой шок и умер. Значит, все в порядке? Нет. Но в пределах нормы. Давай следующий эликсир. Я надеялся, что мне больше никогда не придется на это смотреть. Зачем тогда оставил стол? Геральт, следующее зелье. Ойси Кайфин. Что теперь? Теперь будем ждать, пока эликсиры сделают свое дело. День. Или даже больше. Да, вы ждите. А мне придется поддерживать стабилизирующее заклятие. Организм Умы не так гибок, как у юного кандидата в Ведьмаки. Без помощи он... Эскель, прости. Ты не мог бы... Сейчас тряпку принесу. Я не верю, что мы это делаем. Вытираем блевотину с пола? Я про испытание. Если там Цири, испытание может уничтожить ее тело. Или выжечь эмоции. Ты думал об этом? Йен знает, что делает. Не сомневаюсь. Но мы-то знаем, что она делает. Она тебе говорила, какой шанс, что все получится? Господа, пол чище уже не будет. А меня надо бы протереть. Геральт, может, лучше ты? Успокойся, Эскель. Я тебя не укушу. Ну, давай. Нормально? Да. Тело Умы распадается изнутри. Когда процесс завершится, надо будет сформировать его заново. Или он умрет. Вам, ведьмакам, давали для этого мутагены. А мы будем использовать заклинания. Йен, ты засыпаешь. Вот и нет. Вот и да. Тогда сделай что-нибудь, чтобы я не заснула. Не знаю. Расскажи мне что-нибудь. Я рассказывал, как Лютик купил мне меч. Это в Кероке?
после того, как мы... Решили разойтись, да. Мой меч делся куда-то, а Лютик об этом узнал и купил мне новый. Пришел ко мне, весь светится. Лучшая веролецкая сталь, цена отличная, до того низкая, я будто продавца обокрал. И разлетелся тот клинок после первого же блока. Он проснулся. Пора. Пора снимать заклятие. Готовь филактерий. Тихо. Слушай. Валак, ты знаешь его? Да. Эльф. Айн Эйлер. Знающий. Где Цири? Спрятана. Остров Туманов. Но там... там небезопасно. Охота. Чего охота хочет от Цири? Рови. Старший Рови. Чтобы открыть врата. Нельзя. Этого нельзя допустить. Остров Туманов, где это? Повсюду. И нигде. Слушай, знающий. Мы снимали заклятие не для того, чтобы в загадки с тобой играть. Брейвейн, Арвейн, Хирейн. На Скеллиге. Плыви за ним. Вам говорю, торопись. Быстрей. Я пытался защитить ее. Но проклятие! Охота еще не нашла остров. Пока это вопрос времени. Но если она уйдет, они найдут ее. Сразу. Хватит, Геральт. Смерть еще не отпустила его. Он придет в себя? Не знаю. Ты сам видел. Не все прошло так, как мы планировали. Я сняла заклятие, но... Испытание уничтожило его организм. Судорожное движение пальцев. Зрачки не реагируют на свет. Я видел это уже много раз. Слишком много. Токсины необратимо повредили его нервную систему. И даже если он выживет, вы понимаете... Я еду за Цири. Постой. Тебе не кажется, что ты должен нам кое-что рассказать? Откуда ты знаешь этого Авалакха? Какое он имеет отношение к Цири? Йеннифер вам все объяснит. Главное, приглядывайте за ним. Он не друг. Может и нет. Но Цири ему доверяла.
И отмахиваться от его слов не стоит. Ты слышал, что он сказал? Заберешь Цири с острова Туманов, и охота тут же возьмет ее след. И что тогда? Мы будем ждать их с мечами наготове. Да. Пора добыче стать охотником. Геральт найдет Цири и приведет сюда ее и охоту. Они понадеются застать нас врасплох и будут очень разочарованы. Мы собираемся с ними сражаться? Мы, пятеро? В этой развалюхе? А у нас есть выбор? Кроме того, зачем откладывать неизбежное? Красавчик мог бы найти еще пару бойцов, которые умеют мечом махать. Или владеют магией. Хорошо, я заберу Цири и найду союзников. Отправлю всех сюда. Есть пара особ, с которых можно стрясти долги. Какие-нибудь приятные девицы? Ага, они самые. А вы что собираетесь делать? Мне придется заботиться об Авалахе. Он умрет без постоянной магической поддержки. Если я помогу ему, шансы есть. Немного, но все-таки. Мальчики и я подумаем, как встретить наших незваных гостей. Добро. Пора в дорогу. Удачи тебе, волк. И передавай привет ласточке. Возвращайся быстрее, Геральт.